Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-иранских отношений и актуальные аспекты регионального взаимодействия. В начале встречи Али Шамхани передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Ирана Ибрахима Раиси. Лидер Узбекистана с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в соответствии с достигнутыми договоренностями на высшем уровне. Растут объемы взаимной торговли, углубляется промышленная кооперация ведущих предприятий и компаний двух стран. В прошлом месяце в городе Тегеране были успешно проведены очередное заседание межправительственной комиссии и бизнес-форум. Запланирован еще целый ряд важных мероприятий. Положительно оценены практические результаты первого заседания совместной комиссии по безопасности, состоявшейся сегодня в городе Ташкенте. В ходе беседы особое внимание было уделено продвижению проектов и программ партнерства в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, продолжению эффективного сотрудничества в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе противодействия растущим угрозам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности и незаконного оборота наркотиков. Состоялся также обмен мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане и мерам по оказанию необходимого содействия для преодоления гуманитарного кризиса в этой стране. На встрече с президентом Узбекистана были обсуждены в первую очередь наши двусторонние отношения, а также партнерство в рамках ШОС. Рассмотрена ситуация в регионе, в частности в Афганистане. Сегодня, как известно, до встречи с президентом состоялось первое заседание совместной комиссии по безопасности. Были детально рассмотрены вопросы расширения партнерства в сфере безопасности, противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков, налаживанию эффективного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. На встрече с руководителем вашей страны была дана положительная оценка результатам данного заседания. Кроме того, на состоявшейся встрече с президентом были обсуждены вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере. Есть значительный потенциал для увеличения объемов товарооборота. Думаю, что проведенные переговоры и встречи с президентом Узбекистана послужат расширению взаимовыгодного партнерства между нашими странами. Хочу подчеркнуть, что детально продуманная, разработанная по инициативе руководителя вашей страны стратегия развития, рассчитанная на 2022-2026 годы, обозначила высокие цели роста Узбекистана. Она позволит выйти стране на новые рубежи.